Всем здравствуйте, друзья! 10 дней тому назад я делала публикацию, рассказывала о том, какие многолетние цветы растут вокруг пруда. И вот прошло 10 дней. Что подросло? Хочу сделать обзор. И что цветет? В этом году у меня первый раз цветут тюльпаны. Вот такой красотой. Сейчас у нас день, поэтому тюльпаны все распустились. Вот такие красотульки. Нарциссы начинают расцветать. Здесь я высадила рябчики, которые на следующий год, я думаю, тоже зацветут весной. Роза, которую я посадила, здесь принялась. И вот здесь у меня петунии в кашпо будет стоять. Вот так уже начинают появляться хосты. Белые тюльпаны у меня тут уже отцветают. Люпин, который сам здесь взошел. Здесь люпин. Вот так выглядят безвременники в апреле месяц. Такими шикарными большими кустами зелеными. А в конце августа, начало сентября появятся очень красивые сиреневые цветочки. Эти листья засохнут за лето, а появятся цветочки осенью. Здесь хосты вот уже хорошо видны. Люпин. Что-то он слабенький. Забил его ирис. Ирисы здесь нужно убирать половину, потому что я здесь планирую посадить клематис многолетний, чтобы он мне тут по сетке вился. Кстати, вот у меня здесь в пруде искусственные лилии. Они здесь лучше смотрятся, чем из пластмассовых бутылок. Я разочаровалась. Делала я кувшинки, как бы лилии, пыталась сделать из пластмассовых бутылок. Но ветром их разгоняют, и после дождя они все падают вниз. Поэтому остановилась на своих искусственных. Эти тоже бывают, падают вниз, когда пройдут дожди. Но их можно привязать на проволочку и укрепить под камушек. Я так планирую сделать. Вот так вот выглядит клумба вокруг пруда в конце апреля. Такие красавцы тюльпаны. Очень шикарные, красивые. Не могу сказать их название, потому что уже потерялись. Вот здесь еще хоста такая красивая появилась. И здесь такой у меня необычный шикарный тюльпан. Он очень долго что-то размножается. Вот появился наконец-то еще один. Но очень. Это сортовой тюльпан. Ну, что-то он очень долго. Обычно все сортовые тюльпаны все хорошо размножаются. Но этот что-то очень. Надо его подкормить. Вот такая вот красота во дворе. Там, где у меня раньше росла просто трава. Мне приходилось здесь косить. А теперь я просто любуюсь этим уголком. Вот и все, друзья, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Теперь я с вами попрощаюсь. Кто еще не подписался, приглашаю подписаться. Еще много будет интересного. И каждый месяц, каждых полмесяца все тут разно на клумбах, что цветет поочередно. Я буду все рассказывать. Теперь я с вами попрощаюсь, друзья. Спасибо всем за внимание. Кому понравилась публикация, не забывайте ставить пальчик вверх. Будьте здоровы, до новых встреч!